Суд по делу пограничников занял чуть больше недели. Доказательства вины были очевидны. К тому же сами подсудимые чистосердечно признались содеянным и активно помогали следствию. Мы получили приказ в 8 часов утра 7 февраля выступить на пост. Мы сели в боевой Урал и отправились на границу, но в дороге я изменил маршрут следования. Последовавшие затем события шокировали весь Казахстан. 7 февраля сего года пятеро подсудимых, военнослужащих погранслужбы, получив приказ выйти на боевое дежурство по охране границы с оружием в руках, самовольно оставили свой пост. По приказу старшего лейтенанта Тузелова они приехали в дом к младшему сержанту. В одной из комнат подсудимые оставили все свое оружие, 4 автомата Калашникова, а также табельный пистолет старшего наряда, после чего разошлись по своим делам. Оставляя наряд, пограничники договорились каждые 2 часа выходить на связь с дежурным погранзаставы, сообщая, что никаких нарушений на границе нет. Пограничники надеялись, что оружие никто не тронет, но случилось непоправимое. Малолетние сыновья сержанта Ермаханова нашли спрятанный арсенал и стали играть с оружием. В результате один из детей выстрелил из пистолета в другого. Ребенок погиб на месте. В суде допрошенный старший лейтенант попытался объяснить причину, почему он оставил пост. Мне позвонили из дома, из Кызылорды. Жена тяжело заболела. Не предупреждая вышестоящих командиров, я сделал вид, будто мы вышли в наряд. А сам дал команду своим подчиненным разойтись. Все оружие с боекомплектом мы сложили в доме младшего сержанта из нашего наряда. Он живет недалеко от места нашей службы. Я уехал в Кызылорду. А вечером мне позвонили, сообщили, что из моего пистолета убит ребенок. Изучив все обстоятельства дела, председательствующая судья Жамиля Туленова вынесла вердикт. Тузелов Рахмжан признан виновным по статье 445 «Нарушение правил охраны государственной границы Республики Казахстан» и статье 462 часть 2 «Нарушение правил обращения с оружием, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ему назначается мера наказания в виде 1 года колонии поселений. 4 контрактников получили год условно.